Всем привет, друзья! Надеюсь, вам понравился вчерашний мой ролик о первом блоге, как мы летаем с друзьями на острове Хортица. А в данном ролике мы поговорим о распродаже на Гербесте, посвященной Рождеству. Конечно же, еще, в принципе, достаточно много времени осталось до этого праздника, но думаю, что заранее будет подготовиться довольно-таки актуально. Итак, несколько, как обычно, у них есть страничек. Начнем с первой страницы. И, как обычно, все ссылки на эти акции будут указаны в описании к ролику. Значит, акция, посвященная чему? RC-моделям. Смотрим. Значит, из интересных товарчиков, что здесь можно приобрести. Для начала я вижу, что сайомевский медрон уже до $420 упал. Ну, как бы я считаю, что нормальная цена, потому что они достаточно много, если не все, то достаточно много ошибок уже исправили. Подвес не дергается, летает вроде как дальше 500 метров. И, в общем-то, моторчики также должны быть в новой версии заменены. Баян Тойс с камерой Wi-Fi FPV за $118. Довольно-таки тоже не самый худший вариант. И, насколько я помню, многие пользователи этих квадрокоптеров в комментариях уже отписывались мне, что в новой версии Баян Тойс уже добавили барометр, то есть он автоматически удерживает высоту. В принципе, довольно-таки прикольно. Если вы отпускаете стик газа, он возвращается в центр, как и Фантом, и пытается висеть на месте в пределах разумного, так как GPS у него нет. Он будет только самостоятельно удерживать высоту. Далее, GRC Propo P130 за $146 вместе с аппаратурой. В принципе, тоже неплохая цена. Если отсюда аппаратурку убрать, то выходит, что квадрик нам достается в районе $100. Нормально. Интересный квад с необычным названием Уёба. По факту Уёби XV-130. Интересный концепт, он похож на интересный квад, опять же интересный, наверное, это новое мое коронное слово паразит, на Атом 130. Неплохой сетап должен быть здесь, я заказал этот квадрик, и позже он будет у меня обязательно на обзоре. Далее, хапсаны погнали. Хапсанчик $268 версия Advanced, H109S. Неплохой квад, но у него как бы трехосевого подвеса в комплекте нет, поэтому особо внимания я на этот хапсан не обращаю. Что далее? Далее. Добби можно за 327 уже приобрести. Сарафи, неплохой квад. С подвесом камеру нужно будет, по-моему, купить отдельно, и $380, нормальная цена. Здесь, скорее всего, он уже у нас будет с камерой, даже написано FPV за 448, нормальная цена. О, прикольная цена на зарядочку вот такую. То если вам интересен обзор на эту портативную зарядку, пишите в комментариях под видео, потому что такая зарядочка у меня есть, и я ей уже пользуюсь. Отличный вариант, и если вы хотите видеть про нее отдельное видео, поэтому не забывайте мне писать об этом в комментариях. Цена $35, очень даже неплохая, я ее, по крайней мере, дороже покупал. Так, далее. Волкеровские квады мы пропускаем, почему-то сейчас Волкера очень жутко вышла из сектора квадрокоптеров. Если она и делает квады, то какие-то, ну вообще, никудышные абсолютно, они неинтересны. То есть, вот, например, квад стоит $370, я даже не знаю вообще, как бы, кто его купит. Едем дальше. Новая Сима X5 UC. Кстати, Сима тоже почему-то из сектора квада вышла. Никаких интересных проектов у нее в последнее время не выходит. Классика Сима X8 HC с барометром за $86 в РТФе. Отличная цена, друзья. Кто хочет неубиваемый большой квадрокоптер, когда я говорю большой, это, ну вот, 22 дюйма у меня монитор. Да, где-то, наверное, вот такой вот, как я сейчас показываю. Реально не маленький, 350 диагональ, насколько я помню у него. Так, хапсан чуть подешевле, с аппаратуркой попроще. Хапсанчик вот такой вот, X4 Plus, DSFPV должен быть, $119, отличный вариант. Тарантула X6, $43, классика, очень быстрый тяговитый квад, но довольно-таки у него все-таки хрупкий корпус, поэтому стоит задуматься. Далее есть Valtois FPV, по-моему, даже камера в комплекте идет, да, все, что на фотографии здесь изображено, за $450, ну, как бы... Я, наверное, задумался, если бы у меня было $500 на покупку коптера, наверное, все-таки я
приобрел бы или дособирал бы, да, какого-нибудь фантома, так как для съемки видео в идеале, конечно, приобрести фантом. Прикольный Hapsan H502E был у меня на обзоре. GPS-ом, самый дешевый квад, GPS-ом, с камерой, с барометром. И удивительно вообще, как они все эти комплектующие $83 уместили. Моторчики, конечно же, там коллекторные. Так. Сиомевские дроны опять. Ну и. Ого, я только 30% пролистал. Ну ничего себе, там еще листать и листать. Ага, сетапчик за $201, гоночный сетап с FPV. Ну, как бы не самый худший вариант, особенно если учитывать, что отдельно рама стоит джеповская $50, и моторчики ямаксовский оригинал. В общем, нормальная цена вполне. Так, P175 мы брать не будем, он по четвертой пробы. Cherson сделал коллекторный квад. Когда уже как бы все известные производители делали коллекторники, Cherson почему-то ничего не делал. Вот они выпустили квад, но я в нем абсолютно ничего не вижу, потому что, ну, как бы копия Lantiano 105, практически полная. Так. Taranis 229. Обычная цена, абсолютно никакой скидки здесь я не вижу. Сетапы пошли различные для сборочки. $42 Fly Sky i6, ну, написано, что осталась одна штука. Хорошо, AT9S 117, нормальная цена. FPV камера за $17, это 25-милливаттная версия, нормальная вполне цена. Шлем за 45, FuriBee с двумя антенками, это аналог, по-моему, VR009, если не ошибаюсь. Пчела, конечно, мне весь мозг вынесла, дизайн обалденный, хочется ее купить. Но имейте в виду, друзья, если вы надумаете заказывать пчелу на Гербесте, она чисто под приемнички Spectrum DSM-X, насколько я помню. Поэтому здесь вот если полистать, видно, что version 1 под DSM приемник, версия 2 не включает FR Sky, ну и собственно версии 2 в наличии нет. Ну и как бы $99, еще пару дней назад я смотрел, эта пчела стоила подешевле. Кстати, касаемо пчелы с Banggood, у Yechain, да, Yechain, пчелы, у нее все-таки есть отличие от этой пчелы, поэтому, наверное, все-таки придется и эту заказывать. Здесь моторчики, ну, наверное, такие же, а вот пробчики здесь, по крайней мере, трешечки на лечение. У нас четверные пробы. Прикольно вообще по дизайну устройство, прикольная идея, концепт. Хочется, конечно, протестировать. Далее, значит, SPRacing коллекторный под всякие проекты стоит уже 13,68. Отличная цена, друзья, вполне можно брать. Ну, тачки я, наверное, пролистываю, лодки, это на любителя. Foxer Hut 600M, классика, друзья, смотрите, 31,15. На удивление, на Гербесте я вижу отличную цену на FPV камеры, поэтому, кто хочет купить нормальную камеру, вот вам классика Foxer Hut 600M. Оранжевый корпус $33 и Swift почему-то 40. За 40 Swift точно брать не нужно, так как это его стандартная цена, никаких скидок здесь абсолютно нет. Фоксеровские передатчики FPV не вздумайте брать. Было несколько передатчиков, друзей, все они почему-то перестали функционировать. Валкеровский шлем, прикольный дизайн, но думаю, что как бы шлем должен быть дешевым. Шлем дороже, чем $100, это деньги на ветер. Если у вас есть бюджет под очки, лучше, конечно же, сразу покупать очки. Антенны, FPV различные. Вижу, что китайцы поняли, что FPV тема неплохо развивается. Ну и молодцы, конечно, выпускают достаточно много различного железа на выбор. Все здесь есть, выбирайте, смотрите, если цена вас устраивает, то можете без проблем делать заказ. Конечно же, обязательно не забывайте сравнивать цены, потому что не всегда на Гербесте дешевле, чем на том же Бангуде. За другие магазины я вообще не говорю, не вздумайте на Алиэкспрессе покупать, но я не знаю, как бы, какой смысл делать заказ на Алиэкспресс, если там разница всего в $1, бывает даже и меньше $1, но покупая на Гербест или на том же Бенге, вы получаете реальную гарантию, друзья, это 100 раз проверял, и вы получаете оригинальный продукт, а не непонятно что. Потому что
AliExpress – это базар с кучей продавцов, а Gearbest, Banggood – это крупные магазины. Так, пчело закрываем. Далее, что у нас здесь по телефончикам? Камера Q6 за 43 бакса 4К. Прикольно, 5000-ная камера 115. Хотелось бы, конечно, SG-кам 7 серии и 6 протестировать. Но 6, наверное, не факт. А вот 7 я, конечно, закажу попозже. Но 7 пока серии SG-кам в наличии нет. Но там Umbrella A12 Pros. И реально его нужно брать, друзья. Я думаю, что будет снимать просто обалденно. И, скорее всего, даже лучше, чем Xiaomi Mi 2. Квады здесь тоже есть какие-то. Это я уже на второй страничке. Обязательно ссылочки все будут в описании. Есть интересные позиции, конечно. Выбирайте свой раздел, который вас заинтересует. И смотрите, сравнивайте цены. Далее, все эти ссылки, кстати, есть и на моем сайте. Там, по крайней мере, я их оттуда все подергал. Так, страничка у нас с носками есть. Нажимаем на носочек и выигрываем или не выигрываем призы. Я думаю, что скорее, конечно, не выигрываем, но, в принципе, теоретически, может быть, кому-то и повезет. Все, ничего я не выиграл, но вижу, что здесь кто-то, по крайней мере, какие-то призы ранее выигрывал. На Гербесте я лично когда-то выиграл какой-то приз, но это был видеоконкурс, и реально приз мне отправили. Далее, страница с купонами. Купонов очень много, как обычно. Есть в процентах, показывается, сколько тут у нас осталось, собственно, этих купонов. Если вам интересно, нажимаете на кнопочку и получаете купончик. Он у вас будет добавлен в аккаунт, в раздел My Coupons. Там будет, соответственно, ссылочка. Вот, Use Links. Ссылочка на товары, которые участвуют, соответственно, в этой акции, в этой категории. И есть еще какая-то игра, давайте на нее старт нажмем. 50 коинсов мне накинули. И что здесь можно делать? На-на-на-на-на-на. Я так понял, нужно нажимать кнопку share и поделиться репостом с какой-то из ваших соцсетей. Тогда можно выиграть больше призов, больше монеток. Кстати, я от некоторых подписчиков слышал, что можно как-то накручивать эти самые поинты. Я не буду вдаваться в подробности, как это делается, я этим не занимаюсь, но люди реально там на достаточно приличные суммы накручивали этих самых поинтов репостами, не знаю, скриптами какими-то. Если вы хотите этим заняться, совет вам такой: тратить деньги сразу, потому что как минимум одного человека знаю, который достаточно много поинтов имел, не потратил их вовремя, и аккаунт, по-моему, заблокировали. Потому что накрутка — это все нечестно, друзья. Ага, Фуриби теперь тоже микроквад делает. Ну, это как бы стоковый E010. Но, по крайней мере, у него новый необычный цвет. Прикольный очень цвет. И оранжевый. Ну, оранжевый так себе. А этот вот голубенький, такой непонятный, выглядит, конечно, неплохо. Цена в 12,99, ну, средняя, то есть это не сильно как бы дешево, ну и недорого, обычная цена. Прикольный лэптоп сейчас я открою, 185 баксов за ноутбук, отличная цена, друзья. Опять же вижу, здесь различные склады есть, вот есть китайский склад, гонконгский склад, и тоже какие-то купоны дополнительные там есть. Так, по лэптопу Чуви 15,6 диагональ, 185 баксов, 4-ядерный процессор Z8300, тактовая 1.44, но она на самом деле чуть-чуть повыше, чем 1.44. У меня был уже, даже есть точнее, ноутбук на таком процессоре, нормально работает для таких вот офисных задач, как я сейчас вам показываю это видео. 4 гектара оперативки, 64 рома SSD-шкой, 10 ампер батарейка, все нормально, все очень хорошо. И разрешение экрана Full HD. Даже Windows 10 в комплекте. Как за $185, по-моему, это отличный результат. Вес 1,8 килограмма. Прикольный такой, легенький, а-ля MacBook Air. Только ценой, цена, друзья, поинтереснее. 185,99. Поэтому кому нужен такой вот лэптоп чисто для каких-то простейших задач, таскать его с собой, недорогой, отличный вариант, друзья, Чуви, советую к заказу. Ну и последняя страничка, что тут у нас, распродажа GGRCH36 за 12,79. Это тоже E09, E010 фактически,
Но там нужно будет применить купончик, так как видите, здесь 16, а купончик указан, и тогда можно получить 12,79. Прикольная штукенция, светодиодная лента от Xiaomi. Вообще, как бы Xiaomi молодцы, что покрывают полный спектр вообще каких-либо товаров. И этой светодиодной лентой можно будет управлять по мобильному телефону. С мобильного телефона по Bluetooth, скорее всего, задавать любой абсолютно цвет. И, скорее всего, режимы работы. Возможно, даже она будет менять свою яркость, интенсивность и цвет под музыку. Очень даже хорошо. То есть вот еще одна страничка, куча интересных товаров. Выбирайте, смотрите. SGK M10 67 долларов. Ну, отлично, вполне цена. В общем, друзья, наверное, по текущей распродаже это все. Как обычно, ссылки на все товары будут в описании под видео. Здесь я вижу даже Phantom за 800 баксов Advanced и за 400 DJI Osmo Mobile 3. Кстати, вот SJ6 тоже за 154. Но если вы хотите какую-то крутую экшн-камеру, все-таки лучше подождите SJ7. Она основана на абсолютно новом железе. Увидимся в новых роликах, друзья. И по каким-то вопросам касаемо данного видео или работы интернет-магазина gearbest.com, можете писать мне сюда в комментарии под видео. В личку желательно не пишите, так как сильно много людей мне пишут в личку. А сюда в комментарии пишите, я их, по крайней мере, читаю и отвечаю на ваши вопросы. Экшн-камера за 23 бакса. Ну, это вообще какая-то нереальная жесть. Увидимся в новых роликах, друзья. До новых встреч.